Для блога можно? Ты уже, кстати, у меня Мерседес тут делали. Я тут раньше такой красивый. Давай тут. Раньше. Ну он смотрится, а как я рисую. Давай, давай. Где? На мирок болотной, три семерочки. Едет, катит фраерок к сивой корочке. Нужны мне номера в реале, чтоб пацаны все... Чё, спасибо. Закоксовано, да, там? У меня сейчас ручник там перестал работать. Ну, как бы, да. Она зачиним. Короче, вот диск, вот Альпина, вот АЦВ, вот динамика. Так вот все выглядит. Ой, скоро будем менять тормозные. Ну, показывай. Колодки ручника, все сорты. Ну так вот оно и не держалось. Это колодки ручника, да? Все, сейчас новенькие даю. Короче, два ручника, два. Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Рыбачишь? Давай, рыбач. Нормально. Дорогой, ищи тут. Где-то тут оно. Посмотри, где тут. Оно походит вот это вот. Вот это подходит на ручники. Должно быть комплектом. Может BMW это, может Mercedes. Ну, мне фирма сказала, если не пойдет, то ты меня расстреляешь. Ну, поэтому давай искать. Чего, блядь? Я думаю, это должно быть оно. No, God! No, God, please, no! No! Пойдет? Все, не вопрос. Свет тебе делать или сам? Все? Блин, мы со второй точно. Вау, я не заметил. Вау. Спасибо, молодцы. Тут тоже такая херня, да, тяжелая? Кирюха, ты видел колод? Я говорю, ты ручника, видишь? Где ты там? Иди сюда. Вон, смотри. Ты видишь, какая область? Она уже металл. Вот. Смотри. Это что было? Это колодка такая? Да, это колодка. Каяк. Боже, какая шутка! Она уже начала откатываться, уже не тормозила ничем уже. Ну вот, колодки, дорогие мои. Вот такой вот. Да чего? Да ух ты. Ну хоть пружинки какие-то чуть-чуть. Диски сейчас будем менять. Да, это ужасно. Хуйня? Шинима хуйня? Хуйня? Оши хуйня? Оши хуйня? Хуйня, а хуйня? Хуйня? 你是慧娘? Все, респект, уважуха. Блин, вообще класс. А вот они какие должны быть, видишь? А у меня пи... Но. Блин, красота. Блядь, а тяжелая. Вот такие будут стоять у меня. Oh,
шикардос, а, парни? Вот это да. Это диски. У меня лежали. Они у меня лежали где-то около 4 месяцев в этой коробке. Стел. Короче, стелс. Блин. А, они вентилируемые. Вон и второй. Блин, класс. Не, кайф. Маслица. Никакой коронавирус не возьмет. Что? Ну, забираешь? Вау. А это старые, да? Ну-ка, подходят они хоть? По ступице идут? А вдруг есть... Не, должны. Все пропало. Все пропало. Все вот это не имеет ни малейшего смысла. Хуйнянг есть санза. Цехуэу че роу шен хуан хуан чиши. Блин. Что? Так, а главное, чтобы... Не, вроде да, там такой вот какой-то зазор. А ну, там есть левое и правое? Нет на них? Без разницы, да? Сейчас иду смотреть. Первый. Посмотрим. Ой, я может на тормоз нажать или наоборот надо отпустить? Да? Может ручник нам надо как-то там расслабить? Великолепный план, просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Ладно, все, не буду мешать. Да. Он даже крутится. Это хорошо, да, если крутится? Я уже колодки новые оценил. Да вы что, ебанулись, что ли? О, крутится. Блин, это хорошо. Вот это BMW 9-й год и крутится еще. Не крутилось. Не крутилось, да? Да ладно. Я думаю, прогревом надо было. Не, нормально. Че, ебанутый, что? А что так можно было, что ли? Офигеть. И колодки стали. Тут съемка видео запрещена, блин. Камеру вырубай нахуй. Камеру вырубай, блядь, мудила, блядь. Блин, зашел. Эти русские. Фотка матрешка балалайка. Оно. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Так, посмотрим пятерочку. Ого. А тут что, раньше было два глушителя, один заглушен, что ли? Нихуя. Берем сначала укропу, потом кошачью жопу. 25 картошек, 17 мандавошек. Ведро воды и хуй туды. Охапку дров и плов готов. Подожди, здесь должна быть еще одна труба. Логично. Неправда. А ее тут нету. Нет, смотри, глушитель тут стоит, вот это... Вон, он же...
О, тут чего-то не хватает. Коробки, наверное, не хватает. Так, это кардан должен. Кардан идти. А кардан? Нету кардана. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Ух ты, какая классная защита. Это ж материал, который не горит. Совпадение? Не думаю. От этих, как его, пожарников. Прикольно. Как его называют? Вот до чего доходит, когда лампочка горит. Парни, смотрите. Вон, видите? Мигает, ладно, это нормально. Вон, видите, лампочка, все. 76 километров осталось. Ты втираешь мне какую-то дичь. Все. Делаем перезагрузку. Вот такую нашел у меня канистру. Сейчас буду планировать заливать. У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. На-ка, подержи камеру. Ладно, хорошо. Эй, ты, мать твою, сука! Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! А ты решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою! А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок! Анонис, чертов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа! Вот подержи ты, говорю, камеру. Зачем? На меня наставляй там. Надо, потому что. Надо, значит, надо. О! Что-то криво, да? Давай, я сделаю. На, держи камеру. Давай, попробуй нормально. По резьбе, чтобы она зашла там. Короче, это для от канистры, а это другая резьба. Там, короче, здесь шаг резьбы М46, а там М48. Короче, на, подожди. Да что ты, черт побери, такое несешь? Смотри, как это делается. Пускай она будет... Шаг резьбы просто другой. Это просто охуенно. О. Не знаю, будет проливаться, пиздец. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Все, пиздец. Не снимай, да, я будем сейчас думать. Камеру вырубай нахуй. Камеру вырубай, блядь, мудила, блядь. Не капает? Нет. Нормально. Остановитесь! А что-то мы тут делаем, мы заливаем солярочку. Короче, всем привет. Мы сделали колеса, сделали... Колодки поменяли. Задние колодки поменяли, задние тормозные колодки сделали, ручника сделали колодки. Там мозгоебка полная была, извиняюсь за выражение. И сейчас мы приобрели вот такую пиццу. 2, да, их? Да. И слушаем вот тему вот такую вот, нормально? И нас никакой коронавирус не возьмет. Мастера замечательные. И респект этой фирме. Кто ездит на Infiniti, тот меня поймет. Здорово. Это уже вторая. А мы еще до сих пор слушаем. Вот у так нас вот. Все Бузова. А у нас все Бузова. Бузова рулит. Ну и, конечно же, кола ванили.